Наталья Бызова, что такое счастье? What is happiness? Что такое счастье? Читая переклад, читает перевод. Read and translated by Наталья Бызова. Що таке, мамо, є щастя? Не можу, Наташа, сказати. Ну як же тобі та й не знати? Казала та Настя, як вдасться. Здоров'я, я думаю, щастя. Літала б я пташкою всюди, чи сіла б в автобус, як люди, чи з ними б ішла до причастя. Ще щастя не бігти за грішми та мати заняття доволі, в саду, на городі чи в полі посіять насіння торішнє. Mother, what is happiness? I don't know, Natasha, I don't know. I can guess your thoughts. It's when there's no grief. Health, I think, is happiness. Live a free bird's life. Have a well with water and sympathy in mind. Be equal with the money and have enough of it to live. Just sow in the garden last year's flower seeds. Что такое, мама, счастье? Не знаю, Наташа, не знаю. Я мысли твои угадаю, лишь бы не было ни Насти. Здоровье, я думаю, счастье. Жить просто, как вольная птица. В колодце, что было водиться, а в сердце водилось участие. Не стоит бежать за деньгами. Занятий, что было поболе. Сады, огороды, или поле засеять цветов семенами.